Всем здравствуйте! Вейп-год снова с вами. Сейчас будет маленький-маленький обзорчик на Вапэкспо. Вапэкспо 2016. Я сходил, все по-честному. Вот, не пизжу. То есть вообще не пизжу. Визитор. Все как надо. Короче, внешнее понимание этой выставки, я думал, будет прикольнее. Было похоже на обычный базар. Стоят лаки и продают всякую хуйню. Так что, блядь, не знаю, как-то, блядь, нет такого, чтобы ах, ох, да, ну хуйня, блядь. Очень много торговли, одна торговля, в общем, торговля. Да, неплохие цены, да, но все равно торговля. Никаких пробничков тебе, ничего, блядь. Хочешь, ну как бы, можешь закапать там дрипос, можешь купить. То есть, никаких вариантов больше нет. Огромное количество китайцев, вот это прикольно было вообще. Китайцы, причем такие, знаешь, с трудом разговаривающие по-русски, что-то пытаются тебе объяснить. Причем объяснить о какой-то новинке, типа, которую ты уже на самом деле 3 обзора посмотрел, блядь, на эту новинку. И все знаешь. 2 основных впечатления от этой выставки. Это, первое, жидкость Snake Blood. Сука, я хочу ее заобзорить, я хочу ее получить. Я буду просить эту жижку на обзор, не дадут. Ну что-то окуплю, сделаю обзор, будет прикольно, потому что жидкость реально охуительная. Второе впечатление, которое меня поразило и раздавило вообще, это я наконец-то нашел там оригинальную бороду. Борода 71, оригинал. Это не та, это клон. Просто в чем ахуй, блядь? То, что клон в магазине заявлялось, что он чем-то похож. Блядь, я заявляю официально, он не похож вообще ничем. То есть ничего общего. Эта жижка как бы вот этот, я не знаю, это не борода номер 71, это какая-то просто жижка. Она ничего, она прикольная, она за 400-ки вообще как бы норм. Ну норм, блядь, норм, не более того. Оригинальная борода 71, это, блядь, пиздец. Ты знаешь, ты затягиваешься, блядь. Такой, у тебя, блядь, простата сжимается от удовольствия, нихуя. Просто вот, ты понимаешь, наконец-то, ты-то, наверное, давно знаешь, блядь. Я, наконец-то, понял, что такое премка, блядь, да, премка. Я уже, как бы, парил жижки, которые мне понравились по-настоящему охуенно, да, ты помнишь, у меня был обзор на Papa Cloud. Да, они, блядь, охуенные, но они не позиционируются, как премка, да. А борода, они прям, ну, заявляют, что это премиум, вся хуйня. И ты понимаешь, сука, действительно премиум, блядь. Я не знаю, в чем секрет, но вот, затягиваясь этой жидкостью, ты получаешь какое-то, блядь, удовольствие, какой-то прям удар по своим рецепторам, и тебе по кайфу. Тебе по кайфу так, что, блядь, Я расстроился, что у меня не было с собой косаря 100, там они отдавали всего за косарь 100. Косарь 100 за нее это нормальная цена, это, блядь, это заебись цена, ты заебешься искать ее в магазинах за косарь 100. Вот. Так что вот это были основные впечатления. Клон, в общем, клон бороды не похож абсолютно на оригинальную бороду. Не знаю, что-то я там шарился, не нашел Милкманов, хотел тоже попробовать, потому что клоны вроде ничего, да, Чуриус немножко мерзковат, но, блядь, если они точно так же нихуя не похожи на оригиналы, то это обломно. Обломно, потому что придется копить бабки. Придется копить бабки и придется парить немножечко поменьше, судя по всему, потому что отдать 1100 за бороду стоит. Мне понравилось. Вообще круто. Сейчас вам будет небольшая нарезочка. Что там мне еще. Что еще меня прикололо? А, я же посмотрел этот Cloud Contest, да, где там все такие. Но у меня такое ощущение создалось со стороны, что я бы их там всех сделал, но, блядь, я не успел на регистрацию. Не успел. Она заканчивалась, оказывается, в час. Я просто посмотрел, что время Cloud Contest'а. Клаун, блядь, Cloud Contest'а с 3 часов, думал, ну заебись, к чему приехал, а там уже он начинается, а регистрация была всего лишь до часу. Так что я обломался, но вот с этой дрипкой, мне кажется, я бы там, блядь, ну не последнее бы место занял точно. Потому что валит она зверски. Ладно, теперь посмотрите, что я там наснимал. А так, в общем и целом, кто не ходил на этот экспо, блядь, ничего не потерял. Thank you.
throwing up your block. Shit, I spit so dirty, it's like I ain't never washed. Fuck up, then I pop my collar, nobody's my boss. Bitches wanna fucking meet the dopest dope. I walk the park alone, I killed my owner. Yeah, they told them I'm a fucking loner. Bitches get the dog a bone.